Друзья, всем привет! Вы снова на канале Рыбец 64. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Всем хорошего просмотра, а также приятного аппетита. Пик! А мы начинаем! Еще раз всем привет. Сегодня приготовим. Я буду подсобником. Сын рвется в бой. Приготовит, говорит, у него самые фирменные блюда. Это мидия, 4 сыра. Максим, скажи, какой секретный ингредиент здесь присутствует, чтобы вообще супер-пупер было? Ну, самый секретный ингредиент, это чтобы мидии были в целом в собственном соку, без каких-либо добавлений, то есть томатных соусов, там подобие. И самый важный, это ингредиент, так скажем, от брата моей жены, это вот сыр в данном виде, не самый дорогой, который может купить каждый человек. Плавленый. В целом, да. Дружба, плавленый. Дружба. Дружба, да. Дружба народов. Что, я тебе подготовлю ингредиенты, разожжем костер, остальное ты все сам будешь делать, да? Друзья, ну первоочередно мы мидии начинаем отмачивать, так скажем, чтобы они отходили от льда и выделяли собственный сок. Нарезаем лук, нарезаем чеснок, соответственно, все очищенное. Берем сливочное масло и, соответственно, разжигаем далее емкость, в которой будет все это происходить, вся готовка. Смазываем маслом емкость. Секретный ингредиент. Макс, может, ты сам этот дружбу порежешь, а я потру лучше другое. Блин. На, режь его, а я потру. Некоторый сыр, значит, друзья, российский. Трем. Макс дружбу нарезает тоненькими кусочками. В чем прикол 4 сыра, Макс? Ну, чтобы было более сырно. Он сыр начинает растапливаться, и ну, это послевкусие потом в соусе, которое ну, придает такого достаточно пикантного эффекта. Ты учишься творить чудеса, да? Понемногу. Жена у тебя готовит дома? Конечно. Готовит. Но она в основном ждет, когда ты приготовишь, да? У меня дома не бывает, чтобы готовить. Да? А где ты бываешь, Максим? Я тут с вами. Где вы, там я. Да? Тебе нравится вообще? Да. Ты счастлив? Конечно, очень. Да? Ошибка, что ты захотел сам, соизволил желание сниматься в роликах. Наши друзья с нашего канала будут писать комментарии и скажут: Макс, ну-ка давай забабашь что-нибудь, приготовь вкусное. Будем что-то учиться делать. Учиться? Ну да. Ничего страшного. Пока мой рацион не такой богатый. Да? А потом, может, во вкус войдешь. Могу профессионально пожарить яичницу. Со страусиных яиц, да? Да, с любых. Мне кажется, у нас сейчас такая будет подливка с сыром. Я уже чувствую. Лук, 4 сыра. Только я не понимаю, какой эффект дает дружба. А у него специальный вкус свой. Но он вкусный. Он вкусный. Он мне напоминает такой вкус детства.
кошку с детства. Так, режем. Вот этот сыр гауда мы его тоже нарежем. Самое главное нарезать тот, который хорошо плавится, который плохо плавится, лучше натереть. Вот мы так и сделаем. Потом чеснок добавляем, да, и уже начинаем опускать мидии. В казане первый раз готовишь. Нервничаешь? Ну, вдруг нет. Не получится? Да нет. Все равно есть. Все равно что? Все равно кушать придется. Как понять, придется? Макс, нет, не может быть такого, что блюдо, когда готовишь с душой, я понимаю, что ты переживаешь. Первый раз ты на камеру готовишь, ты должен готовить с душой. Вот если ты, не торопясь, готовишь для себя, для друзей с душой, оно всегда, это блюдо, получится. Я тебе гарантирую. Невозможно. Можно его чуть-чуть довести до ума. Там, ну, когда вот, например, готовишь блюдо, ага, смотришь, оно еще не дожарилось или еще сырое внутри. Всегда можно доготовить, так что не стесняйся, не красней, готовь с душой, все получится. А мы продегустируем и оставим свои комментарии. Ты единственный только переживаешь, что я критику скажу, да? Я скажу, как есть. Да, твоя критика не... Ну ты же... Ну, ошибешься первый раз, со второго, с третьего раза все равно получится. Макс, ты никогда паприку не посыпал? Паприку никогда не посыпал. Нет? Нет. Это что-то новое. Новое? Ну, я сейчас тебе добавлю усилителя вкуса. Когда вот так вот стоит бульк, все, желудок начинает работать. От Макса оргазма гастрономику, как обычно, на канале Рыбец64. У кого нет аппетита, смотрите канал Рыбец64. Чаечек с облепихи, мидии, сейчас булочки, сливки. Это не домашние условия, тут, конечно, все изысканно. Изысканно? Я же тебе говорю, на природе все вкусно получается. Дома зачем? Дом, знаешь, для чего только нужен? Чтобы прийти только поспать. Вот и все. А дома не надо готовить. Сначала, друзья, кубиками сыр. Друзья, это сливки 20%. Ух ты, как тянется сыр. Макс пока пошел для хлеба сделать помадку. А мы сейчас доделаем вот эти чудесные мидии. Встретимся, друзья, с вами, как обычно, за столом.
Макс, это точно не мужское блюдо. Мужики любят мясо. Это больше женское, наверное, блюдо, да? Ну, я же говорю изначально, что это любит моя супруга. А, вон как. Не, это безусловно вкусно. Не, но... я понимаю, что, конечно, как-нибудь вкусно столько сыра, лука, мидии, чеснок и сливки. Как может быть невкусно? Объясни мне. Да, никак, конечно. Но это не мужское блюдо, потому что большая часть мужчин просто не будет так заморачиваться. А, вот. То есть, когда праздник, конечно, какой-нибудь, ты дома заморачиваешься для супруги, да? Конечно. Макс хотел, иногда можно побаловать. Макс хотел перевести на русский язык, что раньше у него было очень много свободного времени, а сейчас его просто нет. Ну, в целом, да. Не боишься, что на YouTube-канале у тебя уведут твои супруги тебя? Меня? Да. Ну, надо очень сильно постараться. Да, давай. Надо очень сильно постараться. Да, я думаю, что это невозможно. Невозможно? Да, зная Наташку, она будет отбиваться всеми этими. Кстати, она после ролика еще и комментарий напишет. Ты в основном готовил дома всегда с таких черных мидий? Да. Первый раз на новозеландских, да? Ну да, это более крупные. Вот это самое, да? Да, вот это самое вкусное. Да. Потом макать. Куда макать? Слышь, не сколько мидии вкусные, сколько на самом деле вот эта подливка. Ну, в этом-то вся и фишка, поэтому и нужен хлеб. Да? То есть вкусные хрустящие булочки, и вот это сама изысканная подливка, да? А рецепты быстро готовятся. И простой. Фактически это блюдо, да, на 20-25 минут готовки. Да. Блюдо очень доступное, то есть в целом его может приготовить каждый желающий. Ну, я тебе скажу. То, что ты дома готовил из черных мидий. Угу. Это было не настолько вкусно, как сейчас. Ну, черные мидии, они сами по себе невкусные, китайские. Правильно, как ты говоришь, за один присест можно сколько схомячить? Ну, мы на двоих вот съедаем в среднем 2 килограмма спокойно.
Только это блюдо нужно есть аккуратно, потому что все-таки мидии ломаются и может попасться какой-то осколок. Это в маленьких. Они ломаются острые. Вот эти они сами по себе. Это более крепкие, да? Да. Слышь? А их знаешь, что прикольно? Ни ложки не нужны, ни вилки. Сама раковина. Я бы туда, знаешь, что добавил, что? Я бы еще мясо рапана и осьминоги добавил. Надо было бы уже морской коктейль, можно сказать. Ну. Слышь, ну вообще. Короче, Макс говорит, спокойно, 2 килограмма жираем. Мы уже пока что пробуем с тобой, съели уже килограмм точно. Макс, зачетные 5 баллов. Я тебе серьезно говорю. По мне видно, что я с большим аппетитом даже кушаю. На природе еще вкуснее, чем дома. Блин. Не знаю, продолжать кушать, не знаю. Теплые слова. Уже желать друзьям. Друзья, реально аппетитное блюдо. От него невозможно оторваться, как и так же, как и от семечек. Мы продолжим наш обед. У нас Петр тоже уже у него. Смотрю, уже бурлит в желудке. Мы оставим вам теплые слова по вашу сторону экрана. Смотрю, все больше и больше подписываются на наш канал с Петром. Оставляете, смотрю, очень хорошие комментарии. Также есть и плохие комментарии, но они должны быть. Хайтеры должны присутствовать. Это способствует развитию канала, кстати. Раньше я обращал внимание, как-то переживал, а сейчас уже все своим чередом идет. Друзья, как бы ни было, что бы ни было, я хочу вам всем пожелать самое главное здоровья и мирного неба над головой. Чтобы в ваших домах было только тепло, уютно, и вы просыпались только с позитивным настроением. Всего-всего-всего желаю того, что вы сами себе хотите даже пожелать, и мы вам хотим пожелать. Чтобы где бы мы ни встречались, мы также в комфортной обстановке проводили время на природе, общались, встречались. Здоровья нашим родителям, самое главное, и детям. Макс, ну и ты тоже дополни. Ну, самое главное, хотелось бы пожелать вам счастья. Радуйте себя, своих близких, готовьте вкусную еду, насыщайтесь и почаще улыбайтесь. Я пока кушаю. Я оставляю еще больше этих теплых слов. Ну я боюсь, что если я буду много разговаривать, ты съешь все. А, вот что. Тогда мы с вами не прощаемся, друзья, а всего лишь говорим пока-пока. До скорых встреч. Всего доброго.